Добрый день, все любители влажного бритья. Сегодня у нас очередное бритье. Материальчик подрос, можно брить. Брить не только можно, но и нужно, ребят. Потому что у нас сегодня очень интересные участники бритья. Сегодня сразу две новиночки будет. Это, собственно говоря, то, чем будем брить. И мыльный аспект тоже у нас будет с новиночкой. Значит, мыльным средством у нас сегодня будет вот такое вот мыло, новинка от нашего российского артизана Катерины, Катрин До. Мыло для бритья, защитная база, аромат «Арабская ночь». Также Катерина предоставила нам сегодня вот такой вот автошейф. От нее спиртовой, 40 градусов. То же самое, «Арабская ночь», лосьон после бритья. Значит, мыло, ребят, я уже распределил в чаше. Чаша от компании «Мужской мир». Взбивать мы все это дело, ребят, будем сегодня кабанчиком от компании Омега. Предварительно я его замочил уже. Ну, кабанчик всем знакомый, кто смотрит канал. Вот. Неоднократно уже появлялся он в видео. Поэтому тут ничего нового. Чем будем бриться сегодня, ребят? Бриться, ребят, сегодня будем уникальной вещью. Я сам буду первый раз бриться этой штучкой. Это вот такая вот, ребят, опасочка. Такой вот клинок. Русский Дамаск. Ковали мастера из Ворсмы. Вот. Это подарок одного из зрителей, одного из подписчиков канала. Игорю большой привет и огромное спасибо за такой подарок. Вот, ручку он делал сам. Клинок, как я уже сказал, приехал из Ворсмы. Вот, по размеру это 7 восьмых. Очень увесистая штуковина, ребят. Я ее взвесил, 77 грамм. Не каждый Т-образный станочек весит столько. Поэтому вот такая вот, ребят, сегодня будет у нас программа на бритье. С чего предлагаю начать? Начать предлагаю с того, что мы сейчас будем генерировать пену. Поговорим немножко за мыло как раз. Вот. Сейчас начали со стадии такой крупных пузырьков. Вот. Я вам пока немножко расскажу за мыло. Сейчас добавим водички еще. Значит, Катерина, я так понимаю, уже не первый год увлекается процессом мыловарения. Вот. Обратила свой взгляд в сторону влажного бритья. И сейчас у нее есть две линейки. Мыл для бритья. Так, ребят, добавляем еще воду. Кабанчик так. Активно. Потребляет водичку. Я в
взял мыло немножко, потому что я уже пробовал взбивать ее мыло. Уже один раз побрился мылом этим комплектом, а один раз просто попробовал взбить. Ну, интересно все-таки. Первый раз взбивал синтетикой, ребят, своей Викшевинг 30 мм. Ну, тут просто у меня чаша была полна. Я еще и положил так запасом, думаю, мало ли там. Хватит, не хватит. Вот, прям. Понял потом, что это было сильно запасом. Конечно, на одно бритье столько не надо класть. Я думаю, блин, в принципе, нам этой пены вполне хватит, что у нас получилось. Вот что у нас на помазке, и вот что у нас еще будет в чаше, если нам этого не хватит. Я думаю, вполне. Значит, сейчас с помощью небольшой шпаргалочки пробегусь по продуктам Катерины. Значит, у нее есть, как я уже сказал, две линейки мыл. Это база защитная. В ней есть несколько ароматов. Сандал и миндаль. Табак и ваниль. По мотивам Том Форд. Табак, ваниль. Песнь моря. White Patchouli. По мотивам Том Форд. White Patchouli. Whiskey Man. По мотивам Носомата, Бараонда. Лаванда, ветивер. Арабская ночь, как у нас сегодня будет. Это по мотивам Dolce & Gabbana, The One Mysterious Night. И база деликатная. Лаванда горная, черная смородина, Эгоист Платинум по мотивам Шанель, Эгоист Платинум, овес и василек. По мотивам Джо Малон, Оат и Cornflower, Аква Диджо. По мотивам одноименного парфюма. А, и Фаренгейт, тоже по мотивам, значит, парфюма Фаренгейт. Соответственно, также можно выбрать и лосьоны. Лосьоны есть 18%, 40% и 60%. Также есть лосьончик с нулевым содержанием спирта. То есть вот 4 варианта, ребята, на выбор. Какой захотите. Также я знаю, что у нее есть бальзам и пришейвы. Вот, но бальзам и пришейв я не стал брать, потому что я их, в принципе, не использую. Значит, вот это, в принципе, такая общая информация по мылу, по лосьонам. И, ребят, давайте все-таки начнем бритье. И в процессе уже что-то еще обсудим. Так. Руку вытираем сразу, да, но... Так, набираем помазочек. И начинаем процесс нанесения пены. Ребят, очень приятный аромат. Он действительно перекликается с ароматом парфюма. Вот. Пена у нас летит в разные стороны, как всегда. Поэтому так интересно.
кабанчик так. Заметно подкушивает мыло. Вот это новости, ребят. Хотя я думаю, что нам этого количества хватит все равно. Но интересная штуковина. Так, ну что, берем клинок. Смочили его водичкой чуть-чуть, да? Ребят, первый раз бреюсь. Если честно, немножко сыкотно. Потому что вещь все-таки ого-го. Сами понимаете, видите, с таким носиком еще. Ну что, вперед. Ну, ребят, интересно. Если честно, по-моему, у меня больше рука дрожит. Так. Ребят, станочек идет очень хорошо. Не сказал бы, что прям как-то очень агрессивно. Вот, но... Чувствуется его вес, и такой, знаете, как грейдер прям сносит все на своем пути. Даже с моей корявой техникой. Ого-го.
Попробуем левой рукой, ребят. Да, ребят, это грейдер, конечно, тот еще. Когда потом будут говорить, что там 41-й агрессивный, знаете, ребят, тут... Причем, что самое интересное, здесь нет такой ярко выраженной агрессии. Что ты там прям как-то сильно лезвие чувствуешь, там еще что-то. Тут ты его чувствуешь, когда ты начинаешь вот, ну, сильно давить, да, там, или еще что-то. Но когда... Как же все легко, когда смотришь, как другие бреются. Потому что что тут такого сложного? Вот раз, раз, раз. Вот. А тут оказывается, ребят. Так. Обновим чуть-чуть. Пенку. И под носом попробуем, ребят. Так, ребят, ну, что могу сказать? Для первого прохода и для корявой своей техники, я считаю, сняли неплохо. Радует одно уже, что не порезались, да? Так, сейчас мы будем решать вопрос с мылом. Сейчас, ребят, мы... Потому что мыло у меня здесь еще осталось.
И как мы видим, что наш кабанчик пену-то сожрал. Нехило так. Сейчас мы ее еще подзабьем. Добавим водички чуть-чуть. Вот это для меня прям стало, если честно, ребят, такой... неожиданностью. Потому что уж... я думал, что барсуки будут поджирать. Да, но барсук нахомячил себя и все. А тут прям... ну зато, ребят, это не постанова никакая. То есть, что у меня получается бритье, вы все видите сами. Так, помазочек мы загрузили. Ну что, умываемся, и второй проход. Опа! Вот так вот, ребят. Так, благо, что было закрыто все. Цепанул за хвостик и... благо, что не стал ловить, да? Ребят, походу, маловато я мыла как-то. Решил сэкономить на мыле, называется. Взять поменьше. Ну, если честно, я думаю, что не шибко сильно меньше я взял, чем надо. Так, ну что, второй проход. Пойдем, ребят, вот так вот. Поперек роста. И отсюда пойдем против роста сразу.
Отлично, ребят. Так. Салфеточка. Ребят, при всем при том, что мыло, видите, немного, да, нанесли. Мыло дает свой эффект. Воткнул. Интересно. Ага, чуть-чуть. Сам виноват. Видите?
Так, ребят, сейчас еще вот. Ну, как-то вот так. Жалко, а. Рука дрогнула вот здесь. И прям раз-раз скаканул. Так, сейчас вытру клинок. Отложу его пока в стороночку. Так, ну что, умываемся и наносим автошейф. Умылся, ребят, с холодной водичкой. Да. Вот к чему приводит желание показать что-то новое. Да. Все и сразу. Побрился бы тешечкой бы спокойно, потом бы спокойно бы и опасочки побрил. Нет. Так, ну давайте сейчас заодно посмотрим, что у нас будет с лосьоном. Но на удивление, ребят, кожа, знаете, такая не стянутая. То есть я, конечно, догадываюсь, что вот свою бородавку мальца растревожил. Несколько пшиков. Угу. Вполне возможно, ребята, знаете, что кто-то с более чувствительной кожей после такого бритья бы уже скакал бы здесь. Так, ребят, мне нравится запах. Сюда вот еще. Приятный это спиртовой эффект. Аромат не слишком интенсивный. Но Катерина пока по желанию может добавить или уменьшить интенсивность аромата. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Так. Что у нас будет дальше? А дальше, ребят, мы будем подводить итоги. Дальше мы будем подводить итоги, и итоги у нас будут следующие. Давайте по клинку. Ребят, что могу сказать по клинку? Офигенно интересная вещь. Надо ставить технику, опять же. Надо к нему приспособиться. Во-первых, из-за размера, ребят. Ну, посмотрите, какой обушок.
То есть все, что у меня было до этого, они совершенно по-другому ложились в руку и совершенно по-другому брили. Тут заточка меня, в принципе, устраивает. То, как шел клинок по лицу, мне понравилось. Но, ребят, все дело портит моя корявая техника. То есть, вот это не клинок виноват. Это виновата моя техника. Вот. По тому, что осталось, конечно, до ББС далеко. Вот. Вот снизу осталось. Вот тут осталось. То есть, ну, на такую, знаете, на троечку с плюсом. Ближе к четверочке, но лично я бы себе четверку, ребят, не поставил бы тут. Вот, может быть, даже больше из-за этого. Если бы вот тут этого не было и гадости, была бы четверка. Но на данный момент не могу себе поставить четверку, потому что вообще ужас, я считаю. Ужас, ужас, ужас. Вот. Была у меня цель изначально как бы бриться клинками по выходным, да, но иногда жизнь носит свои изменения. То есть, опять же, классная штуковина, ребят. Очень интересно, как я с ней дальше буду дружить. Подружиться мне с ней хочется, но, как видим, надо осторожно. Дальше, ребят, дальше мыло. Мыло, ребят, мне очень понравилось своим ароматом. Ароматом и ТТХ, потому что вот то, что я получил сейчас, ребят, честно сказать, блин, я думал, как бы результат будет совершенно другой. Я почувствовал, когда умывался, прям, ну, так хорошо я себе подснес эпидермис со своей этой желанием, да, все показать сразу. Вот, надо было, конечно, попробовать сначала опаску втихаря, что называется, а потом на люди показывать. Но решил сразу. При всем при этом, ребят, скольжение хорошее, ТТХ хороший, вот. Уходовое качество на уровне. Аромат, ребят, вот из того, что я пробовал из артизанских мыл, ну, это как бы на уровне, ребят. То есть некоторые даже зарубежные мыла по аромату, я думаю, что могли бы взять пример. Вот. Аромат не слишком интенсивный, не слишком резкий, очень такой приглушенный, но когда ты набираешь пену, наводишь, этот аромат чуть сильнее раскрывается и дает тебе возможность, как бы сказать, во время бритья все время быть вот рядом с тобой. Значит, ребят, что у нас получилось с пеной? Я думаю, что, если честно, тут, конечно, многое дело у нас в помазке. Помазок и многовато я воды сюда забубенил. То есть, вот, что у нас осталось к бритью. Мы в следующий раз побреемся также кабанчиком и также этим мылом, этим комплектом, только уже с тэшкой. Потому что дело будет на неделе, и некогда мне будет стоять с опаской, надо будет быстренько и аккуратно побриться. Вот, чтобы не ехать на работу вот с такими перлами, да. Ну, вот смотрите, вот, в принципе, кровь и останавливается уже потихонечку. Вот. Надо было квастом пройтись, вот. Поэтому, ребят, очень мне понравился лосьончик. То есть, представить, что он 40 градусов, но достаточно так гуманно отыгрался на коже после всего вот этого безобразия, которое мы сегодня здесь устроили. И мне он понравился. Поэтому пока что рано делать какие-то выводы, ребят, по вот такому бритью, да. Мы еще прогоним это мыло неоднократно с тэшками, с разными, посмотрим, как оно себя ведет, с разными помазками. И тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Пока что у меня нет желания это мыло отставить в стороночку и им не пользоваться. Я им пользовался, говорю, уже один раз, сейчас второй раз уже получается. И пока что у меня есть стойкое убеждение, что надо дальше пробовать.
Сегодня вот получилось так. Что это? Мое рукожопство, помазок или все вместе? Вот мы это выясним в следующий раз. Поэтому, ребят, вот такие сегодняшние итоги бритья. Как видим, кровь уже практически остановилась. Вот. Это видео вы, наверное, увидите уже на неделе. Пока загружу, пока обработаю. Описание напишу. То есть, наверное, это уже будет ближе ко вторнику. Постараюсь. Вот. Поэтому, как всегда, ребят, в комментарии приветствуются. Лайки, дизлайки. Вся контактная информация будет в описании под видео. Почта, Инстаграм. Буду рад всех видеть. Всем хорошего дня. Всем хороших выходных, ребят. До следующей встречи. Пока-пока.